нами на сцену танцевальный коллектив «Сюрприз», руководитель Алина Иванченко, Новозареченский сельский дом культуры. В номинации «Вокальные ансамбли» награждаются вокальный ансамбль «Александра», руководитель Валентина Данилина, Александровский сельский дом культуры. Вокальный ансамбль «Лейсен», руководитель Лилия Талибова и Сергаповский сельский дом культуры. Вокальный ансамбль «Забабушка», руководитель Айгуль Шакирзянова, Поповский сельский дом культуры. Это уже второй диплом. Вокальный ансамбль «Селяночка», руководитель Ольга Таганаева, Поповский сельский дом культуры. В номинации «Солисты» дипломом награждаются Ильнур Талипов и Сергаповский сельский дом культуры. Рафис Хабибуллин и Сергаповский сельский дом культуры. Бахадирдай, егетлерга, кушлирага, алтышлар, благодарю, форматы Руслана.